краска была весна. Какой из них стоит? Не у вас тут такие. Да нет, одни такие. Не, а вот он. This has been a politically organized event to expropriate Yukos and essentially to destroy any future Mr. Khodorkovsky may have in Russia. This is a government who had attempted to throw this man out, and this man is staying in jail in order to stay in Russia. And it's a tragedy that any individual has to face jail in order to maintain his commitment to his country. Потому что то, что предъявляют, по-моему, ответ моего сына на все вопросы, обвинения, были довольно, так сказать, нормальными, объективными, по-моему, всем понятно, что все то, что здесь написано, чушь собачья. Ну, я же не судья. А у нас, да здравствует Советский суд, самый справедливый суд в мире. Я все сказал, счастливо.